это Карфур, получается, в старом городе. Цены на фрукты. Вы не поверите, но все это может стоить настолько дешево, насколько это возможно. Апельсины местные 4,95. Апельсины, значит, сортом классом выше 5,95. Еще раз подчеркиваю, $1 это 19 фунтов. Или, если в гривне, то получается умножаем на 1,5. То есть, если мы видим 5,95, грубо добавляем 3 и получаем 9 гривен. Стоимость вот таких вот апельсинов. Поехали дальше. Так, это Рича, что ли? 18,95. Апельсины какие-то красные. По 6,95. А, это мандарин. Это мандарин. Грейпфрут 5,95. Получается, грейпфруты довольно крупные. А здесь чуть поменьше, 4,95. Лимон. Халява 4,95. Еще раз подчеркиваю, 4,95. $1 это 19-18 фунтов. Или если гривны, то, грубо говоря, 5. Это получается 7,5 гривен. Это килограмм лимонов. Не штучка, а килограмм. Лаймы 11,95. Арбузы. Арбузы это просто подарок. Получается, килограмм стоит 7 фунтов египетских. Дыня дешевле, нет, наоборот, дороже, получается 7,45. Местные бананы 10,95 фунтов. Гранат, это просто подарок. Конечно, гранаты очень вкусные здесь. Кто будет в Египте или в Турции, рекомендую, потому что они бесподобные. 11,45. Грубо говоря, $0.5. А это получается custard apple. Тоже очень вкусная штука, но ни в коем случае не покупайте и не свежую, то есть твердую не берите, потому что она должна быть мягкой. Бананы уже были, гуава тоже копеечная, получается 9,95, грубо говоря, $0.5 стоимость килограмма гуавы. Груша, конечно, подороже, 40 получается. Каштаны, ну тут уже киви, 28,95, но это не местная штука, поэтому дороже. Виноград тоже 40,95 стоит. What? Not Why not? That's rules of conduct. Так, книжка получается 14,95. То есть 15 фунтов килограмм. Да. Тут реально килограмм. Даже больше. А, 752. Ну, торт 30 фунтов. Ну, так это недорого. Нет, нет. А вот 34 пирожных. Класс. Лепешки получаются ржаные лепешки 4,70, а эти тоже 4,95. Ну, круассанчики. Получается, круассанчики стоят 13,95. Здесь получается упаковка получается 5 штук. Шоколада, наверное, да? Традиционно. Да, 5 штук действительно. 5 штук, да? Написано 5 штук. Вот эти вот пончики тоже. 7,95, 2 штуки. Не, ну сладости не дешевые. Вот сладости еще. А вот круассаны тоже. 13,95. Ну, то есть нормально. Так, это у нас фито, а это у нас майонезы. То есть майонезы у нас начинается цена, ну, 18, где-то 240 грамм. Сыр президент, сыр на бургеры.
17 фунтов. Ну вот, получается полкилограмма где-то 57 фунтов. Колбаса нарезка 12 фунтов, 20. Самая дешевая 12 фунтов. Так, это у нас что? Рыба. Ага, даже рыба есть. Рыба скумбрия. Скумбрия у нас стоит всего 12 фунтов. Скумбрия. Наша селедка стоит. 18 гривен. Наша селедка стоит 14,95. То есть вообще ее привезли, ее вчера не было, этой рыбы. Да, скумбрия вообще 3 копейки получается стоит. Ну, колбаса, да, вроде. Сладкие булки. Снимаем так, потому что это не удивляйтесь, потому что тут ругаются. Ну да. Не дают снимать. Что это стоит у нас? Что? 15. Стоимость.